Дорогая мама, я все чаще и чаще оглядываюсь назад. На тот путь, который мне выпало пройти, и все чаще вспоминаю твои слова. Что ты говорила мне в детстве? Если очень стараться, то обязательно все получится. Я до сих пор помню эти твои. Всегда стараться, всегда учиться у старших девочек по команде. Помнишь, как ты говорила, что синхронное плавание — это не просто спорт. Это соединение балета, спорта, музыки. Это почти искусство. Очень красивый вид спорта. И нужно много тренироваться, чтобы достичь этот уровень красоты. Я до сих пор помню эти твои слова, мама. Ошибки, неудачи, падения просто неизбежны на пути и только подталкивают тебя скорее достичь цели. Ты учила меня оставаться собой, несмотря на травмы, боль, несмотря на трудности, быть собой и следовать своей мечте. Ты можешь удивиться, но именно эти твои слова я вспоминаю каждый раз, когда я прыгаю в воду. Я сразу попадаю в другой мир. Мир, где я должна совпадать не только с музыкой, но и с моими девочками по команде, и с водой, которая вокруг меня. Потому что на мгновение я всегда ощущаю только одну тишину и движение воды. На Олимпийских играх я была рада представлять Австралию, но также тебя, мама, нашу семью, моих тренеров и мою благодарность всем тем, кто был вовлечен в этот процесс. Мне нужно было только увидеть тебя на трибуне, и мой страх сразу исчезал. Этот момент я буду помнить всегда. Мама, большое спасибо за все. С любовью, Оля.